создание Добби и Кричера. У нас есть какие-то сумасшедшие вещи, которые заменяют то, на что должно быть похоже существо. Палочки, теннисные мячи, точки, числа. Так, хорошо, ребята, прекрасно. Еще раз сквозь эти ворота. Знаете, это каждый раз по-разному. Мы должны быть очень осторожны, потому что иногда это становится немного абсурдным. А потом вы просто начинаете смеяться и не можете воспринимать это всерьез. Мотор. Это довольно странная концепция, просто реагировать на что-то, чего просто нет. Особенно, когда это довольно анимированная вещь, такая как Добби. Пожалуйста, отойдите немножко влево, потому что вы закрываете Добби. Я вас понимаю, его здесь, конечно, нет. Все хорошо, я понимаю, о чем вы говорите. Сейчас очень много изменилось. Сейчас использую дублеров, которые произносят нужные реплики, так что теперь как будто ты говоришь с человеком. Сегодня я привел несколько актеров на нашу съемочную площадку, которые будут дублировать Добби и Кричера. Я надеюсь, это будет интересно. Подойдите, пожалуйста, сюда. Я схвачу вас за шею, хорошо? Предатель! И, безусловно, у нас не только низкорослые актеры. Также мы произносим реплики некоторых персонажей. Сегодня все работают в команде. Мне нравится играть с Добби. Я не ставлю себе в заслугу исполнение этого персонажа. Персонаж раскрывается через его движения, а я могу лишь только представить эти движения. Во втором фильме я много времени проводил, находясь в студии. Я изучал уже отснятый фильм. Я был шариком, который был привязан к палочке. Я вносил предложения о том, как мог двигаться Добби. В тот период приходила Даян. По росту она гораздо больше походила на Добби. Даян очень хорошо передавала те движения, которые я предлагал. Я Добби. То есть я его движение. А это Кричер. Но я лучше, потому что я моложе. Она симпатичнее. А ты ужасный. Я сварливый, жалкий мерзавец. Брюзга. Да, нам это нравится. Да, все превосходно. Ты шпионишь за нами. Это все помогает Дэвиду координировать все сцены и собирать их группы. Да, так лучше. Хочешь, чтобы я запомнил это? Жестами я буду сопровождать его слова. Да, верно. Так? Ладно. Да. Раньше мы всегда снимали без использования дублеров. И всегда было трудно добиться вот этой слаженности между реальными актерами и анимированными персонажами. Всегда нужно было добиться вот этой взаимосвязи между ними. Хотите, я могу озвучить? Ну, типа вот так. Да, отлично. Давайте так и сделаем. С живыми исполнителями в сценах можно добиться более живой связи между актерами, потому что это очень важно, получаются более мощные сцены. Кто это? Кричер. Когда у вас есть исполнитель, с кем ты играешь в сцене, это помогает сыграть гораздо лучше. И когда зрители будут смотреть фильм, они увидят слаженность действий актеров и слаженность персонажей. Все будет выглядеть очень реалистично. Гарри Поттер! Перевел и озвучил Евгений Зайцев.